Устав Мурманска меняют, когда происходят изменения в законах Российской Федерации. Если в этих документах будут разногласия, ни одно городское учреждение не сможет правильно и четко функционировать. Каждый месяц мне приходится встречаться с прокуратурой, и зачастую претензии прокуратуры к деятельности муниципального образования как раз связаны с несвоевременностью внесения тех или иных изменений в муниципальную нормативную правовую базу. Поэтому таких вот встреч по этой части становится все меньше и меньше, потому что мы достаточно оперативно реагируем на изменения, которые происходят и в федеральном, и в региональном законодательстве. Для мурманчан эти изменения незаметны. Вместо одного слова ставят другое. Например, на нынешнем заседании устав муниципального образования город Мурманск переименовали в устав муниципального образования городской округ город-герой Мурманск. В 11 статей внесли сегодня 18 новшеств. Александра Клепцова, Илья Бояркин, ТВ 21+.